Через месяц в Якутске соберутся больше 1000 представителей студотрядов России. Сегодня на площади Орджоникидзе прошло первое масштабное мероприятие, посвященное всероссийскому слету. С этого дня начинается обратный отсчет до события. Концерт с участием активистов движения, флешмоб и национальный танец «Осохай» отсняли для клипа, который отправят всем отрядам страны в виде приглашения на самое крупное событие года. Всероссийский слет студенческих отрядов пройдет с 27 по 30 октября. Ожидается участие более 1000 гостей со всей России. Программа очень насыщена. Это и спортивные соревнования, конкурсы профессионального мастерства, конкурсы среди педагогических, медицинских отрядов. Проводятся различные площадки по проблемам развития студенчества. Всероссийский штаб со своими подразделениями региональными обсуждает задачи следующего года. Мы ожидаем приезд гостей как на уровне полномочного представителя по Дальневосточному федеральному округу, на уровне руководителя Росмолодежи.